Ребята, всем привет! С вами Ярик Параллельный, и это мой первый летсплей. Сегодня мы поиграем в Rain the Town Red. Интересная игрушка. Кто о ней не знает, сейчас поймут, о чем я говорю. Как вы видите, мы находимся в баре. Кто не знает об этой игре, кто знает, тот в курсе, что здесь делать. Кто не знает, сейчас прямо. Прямо и узнали. Тут у нас есть мое любимое оружие. Смотрите. В чем суть игры? Начинаем мы игру с самого простого. Вот как-то так. Ну и потом начинается беспредел. Потом многие дерутся между собой, но в итоге потом нападают все на меня. То есть, мое дело здесь — выживание. Сюда, дерзкий, да? На. Так, окей, вот этот движ, пацаны, сейчас он будет. Оп. Так, ну что, пошалим. На. Ого, вот это все, ребят. Смотрите, ага, чётенько. Железный кей. Кей, какой это кей? Стойка для микрофона. А, ну что ты мне сделаешь своей гитарой? Гитару он сунул, да. А вот это вообще вот тут барной, за барной стойкой ныкаться. Это тема. Сейчас. Кто на меня? О, перцы идут. А, о-о. Ладно. Убил я его или нет, ребят? Так, тарелочка. Тарелочка — это хорошо. Хорошо. Хорошо, тарелочка, хорошо. На, тебе с ноги. Что это, мясо вообще ничего? До сих пор не понял, что это. Ого, у меня просто какая-то. Так, ребят, что здесь еще есть интересно? Здесь есть ножик. Тоже могу выполнить кого-то еще. О, вот эту штуку можно сделать вот так. Нет, нельзя. Вот так. О, круто. Да, я знаю. Иди сюда. Это мы говна тут раздаем, ребята. Интересно, сколько я всего убью? Не знаю. Там, кажется, 78 всего. Сколько я помню. Что ты дерзкий? На, вот отдай. Так. Пора бы нам стучиться. Вот она вешает стучек. Что, нравится эта стучка, да? Нравится. Знаете, не все. Так. Знаете, куклим. Куклим тебе по морде. Ой-ой-ой-ой. Шмар! Как дверь, откройся. О, мужики, бутылка. На, на. На, свали отсюда, нахрен. Нет, нет, не убивайте меня. Так, пошли на второй этаж, ребят. Вот этим, в общем, меня вешаем перед Ализой. Кто здесь у нас? Здесь у нас никого. Ох, не знаю. Ты идём. Здорово! Потихо, пока никто не видит. Ой, как меня так убили? У меня, блин, дохрена еще жизнь оставалась. Ладно. 17 смертей для начала тоже неплохо. Сейчас батька вам надаёт. Так, сразу припасёмся. Погнали. Я говорю, погнали. На.
Краснодар, но быстрее. О, вот эта тема. И сюда. Я вспомнил, кого они мне напоминают. Почти каждая рожа Стив Джобса напоминает. Капец, я вам говорю. Я пытался вспомнить. Вот играю иногда в нее и пытаюсь вспомнить, кого же она мне напоминает. Стив Джобс, реально. Я в шоке. Вспомнил, как его зовут. Ах ты ж мудила, ах ты ж мудила. Ой-ой-ой, ребят, жизни у меня-то мало осталось. Даже меньше убьем, чем. Так. Сейчас, летит ему. Хорошо, хорошо влетело, да? Я знаю. Может есть? Ооо. На тебе. Ай, хорошо. Хорошо, хорошо. Реально говорю, как будто это пародия на Стив Джобса какая-то. Помри. Весело. Так, кому тут кием навалить? А, на. What the fuck? 10 человек только убил. Ладно. Так, вы батьку разозлили, все. Приндец. Вот сейчас я навешу. Я вам говорю, все. Вот тут все. Капец, бесит у меня все. На. Толку так стоять, птицы. Они меня там убьют скорее. Ого! Видали, ребят? Да. Вообще жизнь унесла. Вообще нет жизни. Что за дела? Что за дела? Дай пройти. Ладно, четвертый раз пробуем. Если нет, то день и ночь буду реально для вас special for you тренироваться. Но мы этих 78 когда-то заводим. Я вам обещаю. О, злой, злой, капец, какой злой. Бежит на меня, да? Или не на меня? Иди сюда, что ты хочешь. Сюда. Да, это ребята. Вот не нравится, я не выпендриваюсь. На, слахи тебе. Повара! Так, разошлись. Алло! Вау! Вау! Ёлки-палки, побежали! Нет! Нет! Я выжил! Как я выжил там? Объясните мне! Повар! Ух ты!
Нож, походу, хорошо рубит. Я так понял, что ну, что бью вообще до жопы. Нет, сюда нет, за меня заместе, за комби вот, ёпсель. Тарелочка. А, чё ж такое? А, на 8 человек тоже неплохо. Из 78, как их всех убить? Ладно. Когда-то я с ними точно разберусь. Всем спасибо за просмотр. Все подписываемся на канал. Ставим лайки. Комментируем это видео. Это был мой первый летсплей. Кто был со мной, я всем благодарен. Всем спасибо. С вами был Ярик Параллельно. Все будет хорошо.